В общем, понабурился я тут. Лед уже сантиметров 20, наверное. У меня еще почему-то бур опять тупорылил. Я не пойму, что там с новыми ножами происходило. Вот, поставил, в общем, донки. 6 штучек. Ну, это так, знаете, может быть повезет, может быть не повезет. Ловлю я вот в заливе Воронежского водохранилища. Посмотрим. Людей вообще никого тут нет. И на самом водохранилище я не пойму, почему никого нет. Но лед уже вообще просто шикарный. Наконец-то поймался первый окушок. Я уж думал, я не найду сегодня никаких окушков. Перебурил тут. Ну, прилично так перебурил. Сейчас еще посмотрим, может быть, еще раз клюнет. Ну, хотя бы я понял, что тут рыба есть. И то хорошо. Ах, перебурил я тут, конечно, конкретно. На лунок так, я не знаю, раз, два. Раз, два, три, четыре. Вот от того края, получается. От того края вот до этого аж края прошел. Такой полукруг. И вот первая поклевка, слава богу. Хоть что-то я домой сегодня принесу. Ну, теперь надо возле того места, наверное, перебуриться еще несколько раз. Вообще, честно сказать, редко ловлю на поплавок зимой. Ну вот поставил, посмотрим. Может быть, клюнет кто-нибудь. Ну а сейчас я продолжу поиск окуня. Ну уж квадраты я вроде нашел, в котором он может быть. Сейчас будем обуриваться тут, в общем, по-всякому. В общем, опять никакого эффекта. Вот здесь вот совсем мель. Вот корабль. Вот здесь становится мельче по сравнению с тем, что вот было дальше. То есть у меня предположение куда-то вообще в середину идти. Либо вообще вот сюда, вот под корабль. Сейчас я попробую сначала вот здесь пробурюсь. Вот в этом промежутке между кораблем и вот этими камышами. А потом еще вот туда дойду. Вниз. Попробую, в общем, что будет. Вон рыбака, кажется, одного вижу. Да, жаль, что больше тут никого нет. Кроме меня. Хотя, может быть, и наоборот хорошо. Все равно не клюет ничего. Поймался окушок прямо на выходе из ямы. Вот здесь глубина сантиметров, наверное, на 20 ниже, чем вот тут. Меньше, то есть. Так, ну, к сожалению, клев сегодня, конечно, очень плохой. Перебурил я тут вообще все вокруг. Буду собираться, потому что домой уже позвали. Нужно кое-что сделать. Ну, вообще неплохо, погодка вообще супер. Конечно, ловилось бы получше, но вот не клюет. Ты хоть убей. И людей вообще никого просто нет. Что за ерунда? Не знаю, может быть, место знает, которое получше. И там рыба из лунок выпрыгивает. Ну, в общем, к сожалению, двух окушков только поймал и все. Ну, кошки хватит.